Дженни хулиганка снесла забой. Ей захотелось именно здесь тряпки. Витя на минутку пошел к Маге. Дженни, это ревность? А, получается, за ней контролировали и только ушел. Только ушел, да, кипер. Он уж не будет ее бить, наверное. Он ее слишком любит для этого. Да? Вот, нормально, хоба там Витя пробовала, замок попробовала, закрытый, а ну, потом просто лбом. Вот люди говорят, прямо сейчас у них на глазах. А Витя только мне сейчас говорил, там, говорит, там нельзя пройти, там замок висит. Женя сегодня опровергла. Нет, ладно, еще эти ворота, то шатался весь забор. Она, ну, думаю, конечно, весь она мало и весь забор положить. Дженни, Дженни, а? Хулиганка. Марин, смотри, ставь перекану свет. Да, то сварщика надо туда отправлять. Куда отправлять? Сварщика. Оставишь ее, ненадолго оставил. Дженни, Магде же тоже нужно уделять внимание. Вот ревнивая слониха. Угу. Женя. Женя, будь. А вон там сверху на краю. Ломать не снимай. Иди, иди уже, напоказничала. Давай уже. Вот. Шевели лапами. Уже полный хобот набрала травы, уже все. Иди уже, шкодяя. Так же ж, не, хотя скажи, Вита, я не виноватая я. Он сам упал. Да, видно, след такой на хоботе там. Не виноватая я, Витя. Нечего было даму оставлять. Ой, слушай, действительно, да, у него вот поперек хобота прям. Носом открывала. Вот балбеска-то, а. А чего же, ой, цель достигнута. Витя пришел, ворота открылись. Ну что, женская жизнь наладилась. Ну, внимание опять только ей. Жени, идем давай. Давай чухаться. Жени. Жени, там ничего нет? Или давай. Не будет? Хулиганка. Не, пока вот это вот не пропылесосит. Нет, вот называется в чужом огороде трава зеленее, понимаешь, там нет, не так все было. Красота вообще. Да? Швейцария отдыхает. Место силы. Тут еле в общем говорите, там место силы, я говорю, ну вот тебе, пожалуйста, вот тебе место силы. Нам. Это место силы. Вот скоро откроют, чтобы сюда можно было выходить, любоваться. Как некоторые сносят забои. Вот. Ой. Осторожно, здесь мог. Хулиганье.